негодяя председатель Смоленской областной думы Игорь Васильевич с уважением подчеркнул. С уважением написал, потому что он мои клипы посмотрел. Я говорю, я певец. 2 миллиона, только песня «Остров» просмотрел. Что ж они не могут мне помочь деньгами? А не видишь, ярцевская соцзащита ему отвечает. Вообще ужас, негодяй, обманывать начальство. Вообще ужас. И что они отвечают? Департамент соцзащиты Смоленской области. Дополнительно сообщаем, что ежегодно департамент представляет вам материальную помощь. Видишь, обманули. В 2017 году 1500. В 2017 декабре они мне дали 500 рублей. Валя. Я помню. 500. Я шарал там. Я не поверил своим глазам. В Сбербанке. Я думаю, да не может быть. 500 рублей, Ген, тебе дали. Ужас какой. А вот в 2018 они мне пишут. 15 тысяч мне дали. Каких 15 тысяч? 1500 дали. Слышь? Ужас какой. Обманывает начальство. Это ж вообще. Что, они себе забрали эти деньги? Конечно. А? Куда? Себе, конечно. Себе забрали? Да. Мамочка, что творится, а? Соцзащита обманывает председателя областной думы. Это караул, просто караул. Обманывают начальника, а? Что творится? Они поэтому на Субарах и катаются там сейчас. Ольга Магер себе купила кроссовер за 1 000 000. Ужас в соцзащите. Видишь, документы не прислали мне, где четко написано, что это соцзащита, Магер меня обманывала. В глаза говорила, все, субсидию его сдали, документы, слышишь? Давай. А ничего не получал я 2 года. Я каждых полгода приносил туда документы. Квартплату, выписки все. Заверенные. Они говорят, все будешь получать. А ничего не получал. Там мне женщина посмотрела в компьютер. Говорит, так ты ничего не получал 2 года. С 2014 по 2016. Никакую субсидию. Ужас. Это каким надо быть нахальным, чтобы мне улыбаться в глаза там в соцзащите. Принимать документы от меня, да? Улыбаться и не выплачивать. Караул просто. Это надо прокурору ходить такое. Но я не хочу просто. Пускай люди сами посмотрят, что сделают. Ужас, что творится. Начальство обманывает. Соцзащита обманывает председателя областной думы. Ужас, что творится. Мамочка милая.